Ира, если оно упадет во дворе, то все. Мы от тебя не выйдем просто-напросто. Ну вот теперь вроде. Ну, вроде обещают. Вот. Вот у нас было два дерева таких. Одно вон там стояло. В 2005 году упало оно на крышу также. Пробило всю крышу, людям все. Но благо то, что им уже дали квартиры в то время. Мы просили всех это дерево снести, сказали, что нужно разрешение. У нас есть разрешение этого, как его, зелентреста, как он раньше назывался. Всех разрешения. То у них нет вышки, то у них не было этого. Потом они сказали, ну, тендер разыгрываем. Вот 19 лет тендер разыгрывали, так это дерево и нет самое, не снесли. А оно прям трухлявое уже там внутри, вы видели, наверное, с той стороны? Да. Вот. А вот эти вот начались дожди и ветра, и оно, видите, наклонилось. И оно держится только за счет того, что у людей на крыше вон там оно лежит. Крышу пробьет всю, и все. И нету гарантии, а что тут вот какие были ураганы, а если такой ураган будет, куда оно упадет? А сейчас вот кто-то к вам приходил? Вот, да, из управляющей компании вроде был. Он с утра был, еще говорит, что я проплатил деньги вроде бы уже, чтобы его снести. А вот никого нет. Я говорю, я не видел никого. И вот сейчас еще приходили. А к чему они вот пришли, этот вывод, я не знаю. Нина, ты не знаешь, будут они сегодня сносить это дерево? Нет, они каждый день сносят. Ну вот эта женщина, вот у которой вот на крыше живете? Лежит да, это дерево. Я, вот понимаете, эта крыша уже точно нарушена. Это вот ваша, да? Да, нарушена точно. У меня навесные гипсовые из бетона потолок. Я останусь без крыши и без потолка. Делать там не будет, я не знаю. А вы обращались куда-то сами? Насчет дерева? Да, да, да. Ну, в администрацию. И что? Я не знаю, оно, во-первых, ну, очень высокое, оно здоровое. Не бывает, что трубку не берет никто. Вы знаете, позавчера мне 40 звонков было, я посчитала. По поводу дерева? Да. Откуда? Ну, я звоню. А, вы? Я звоню. И без результата? Ну, как видите. Все, а управляющая компания как называется? Ой, откуда мы знаем? Я не знаю. СВД. СВД. Угу. Которые на выше. Угу. У нас каждый год они меняют наши дома. А сколько домам лет? Ну, не знаю. Причем вот это дерево упирается на некапитальную стену. Это выше, как вот терраска у нас там. Угу. Вот там видно, какая она ветка. Здесь точно такая же стена.